Это демонстрационное видео нового текстурного синтезатора Muscarin. Итак, я сейчас расскажу о нем по порядку. Включаем приборчик. У нас здесь 4 генератора звука с управлением их включения и выбрать тактовые частоты. Два генератора низкочастотные, два генератора средней частоты. Также у нас имеется LFO. Модуляция идет частотная, по сути управляется качением частоты. Модуляция на данный момент представлена двумя типами подключения. Идут две группы, либо на первый и четвертый генератор, либо на все четыре сразу. Соответственно, верхнее положение тумблера крайний, нижнее все, середина выключена. Тактовые кнопки просто включает и выключает каналы, когда нужно что-то ритмично наиграть. Также есть пассивный фильтр низких частот. И самое главное, ручка управления смещением напряжения. Собственно, поскольку это синтезатор текстурный, он больше всего подходит для создавания различных текстурных музыкальных рисунков, звуков. Сейчас мы что-нибудь попробуем крутить. Теперь чуть подробнее о ручке частотного модулирования. В зависимости от ее положения, глубины изменяется проникновение эффекта. Соответственно, у нас реагирует лампочка. Также сохранится возможность контроля основной частоты. И скорости, с которой происходит модуляция. Также тот самый ручечка отдельная по смещению напряжения дает возможность получать не гармонические звуки, а именно шумовые.
Также можно подключать LFO в этом режиме. На этом синтезаторе также можно получать какие-нибудь ритмические рисунки. Вообще концепция нансинта заключается в том, что каждая ручка каким-то образом так или иначе модулирует весь прибор. Особенно когда у нас снижено напряжение вообще, это проявляется наиболее сильно. Даже при выключенном канале. Сейчас попробуем сделать какую-нибудь ритмическую партию. Более подробно вы сможете ознакомиться с этим прибором лично.